бегасов. Ставим ловушки, чё стоим? Очень мало ловушек. Возрешай постоянно бегать, и пусть этот гнев духа заливает. Точка, белая точка. Куныч. К нам ехала. Нет, к нам восставшие едут. Да, восставших нашел. Пошли. Нам пришли. Встречаем. А возле нас рейд собирается. Восставший дельпе. Пока просто ешки нажали и работаем без... Дальний. Восставшая дельпе. User joined your channel. Сука. Убили. Но мне бомбят кипы или нет, я не могу понять. Сейчас все будет. Это можно сделать оперативнее, быстрее, я не знаю, они говорят, что все будет, и через час только помечать кипы. Восставший ДЛП. Хорошо, я понял. Но пометь, пожалуйста. Остав. Второй кип. Где? Вы чекнули заповедный лес Бри? Да, там чисто. Башни не было и справа от башни не было. Правильно? Нет, нет. Можете хорошо обновлять ловушки. Нельзя ставить больше ловушек. Ходить донат, чтобы можно было больше ловушек. Вижу, у него на восставших никого нет на кипе. Второй можно кип пометить? Где он находится? Кого мне работать быстрее? Так, сможете кто-нибудь там может помочь поискать? Я смотрел-то. Вверх, весь верхний верх. Заролозит. Егор, взять, пожалуйста, восставку. У меня есть кто в дефе? Скажите мне, пожалуйста. Егор. Восставшие идут на нас восставки рейдом. Есть? Кто во второй угол? Передайте Тейру, что они идут. Нет. Восставшие. Восставшие идут рейдом. Я выскочил на них. Передал. У нас под кип зашла хуйня. И вот среагировали только после того, как зашли. Встречаем то, что заходит. Где, блять, все? Почему так мало людей? Вы чё делаете, а? Бля, где второй кип? Встречаем, сука, быстрее. Блять. Второй, возможно, свечка, потому что никого другого я не вижу. Что-то у нас на кип. Что-то не знаю где. Значит, где-то проебали. Значит, где-то в банальном месте стоит. Разрезать, отбиваемся. Интересно. Может, второй у башни стоят, там, где я оставил в углу. Может, справа стоят. Да я там смотрел. У башни нету. Сука, вы что, не можете найти ебучий второй кип? Нет. К нам уже пришел второй кип. Купола первый дайте и встречайте их. Вот, я сейчас в стандартном месте, тут нету. Там иконка для слона появилась. Пометил я. Ёб твою мать, у неё рядышком. Забыл про это. Блять, это пиздец. Я туда даже не добежал. Встречаем, у нас уже целый рейд праздников зашёл. Работайте в него. Пожалуйста, работайте усерднее. Делайте что-то более. Ну что, я пометил кип? Да, пометил. Это две гильдии против нас, одних, если что. Продолжаем отбиваться. Быстрее. Мне кип пометят сегодня или пометили, нет? Пометили. Ездит, блядь, не могут найти ебаный кип. Сука, пометили. Я не знаю, кто. Да я уже, блядь, не знаю, 7 минут прошло, до сих пор кип не был помечен, блядь. Простые стандартные места прочекать нельзя, что ли? Застройку быстрее делаем. На 12 собирается.
аптечки. Быстро ловушки обновляйте, не стойте столбом. Хватит бегать за единичными целями, ловушки быстренько. Мне 2 минуты, как никто не говорит, что пометил кит. Мне просто молчание идет. Никто не общается. Сказали, что ты кит пометишь. Сказали, что кит пометь. Только флут вижу. Тебе сказали, что 12 собирается. Мир тебя не слышит, кстати. Тебя, да, не слышит он. Да. Какой идиот, блядь? Рейд восставших идет. Восставших. Рейд восставших, ко мне быстрее, ко мне. Первый купола. Нет, второй купола приготовить. Ко мне назад, быстрее, на метку. Поднимаем второй купола. Встречаем. Понял. Ешки дали, все, пошли. Блять. Вставай, вставай. Хилы первые. Блять. Рабама хил. Сзади, сзади, сзади еще. Работаем. Стол прибежал. Шлюханаичи и баны. Ой, другой. Что за лаки? Еще остатки добили. Какой идиот, блядь, умудрился поставить палатку, блядь, загораживая проход для огненки. Заход в нее. Нам о празднике зашли с 6 часов. Встречаем. Первый купола. А, у нас 17 секунд КД. Пока без куполов работаем. Ешки не забываем. Лужи, маги. Кто в проводе играет, не забывайте лужи кидать в сторону рейда. Лужи кинул, сдох. Хорошо, молодцы. Вот эту хуйню ёжа убить, вот эту вот на метке. Блять, не даст мне уйти. Восставшие на нас всех рейдом ходят. Всем вообще. Хилы. Хилы дали. Часто. Я тебя не слышал, дантист. Восставшие к нам ходят всем рейдом, вообще всем. Хорошо. А, первая пачка. Первая пачка. Соответственно, Зара, Кролик, мина. Страйк, Рио. Идут работать. Сейчас вот флаг будет готов. Флаг, вот смотрите. 1 минута до флага. Дантист забирает флаг, ставит его где-нибудь там с 12 сверху и работайте по восставшим. Только, блять, не в упор, пожалуйста, его ставь. Наичь, километры. Блядь, сука, бегает. Между где-нибудь. Ловушки обновляем. Чё стоите? Ребята, к нам сейчас будут опять приходить. С 6, с 12. Ставьте ловушки. Больше ловушек. Это ваше спасение сейчас. Пока кресты не начались. Ставьте. Я с ними иду. Да, нет, ты остаешься у меня. Заливаем дантисту постоянно. Дайте к восставшим. Постоянно у дантиста. Да. Дантист. Сотка, двухсотка. Дантист. Не заливает. 6 часов приготовили. Первый купола. Приготовили. Первый купола. Поднять первый купола и пошли вот в эту вот массу. Блять. Пошли, пошли, пошли. Прям работаем. Сука, коня убили. Под дантиста, ну работаем, ну сюда, ну чё вы там стоите? Don't cry mass, да? Чё-то знакомое. Да, ребят. Вот он акт. Или труха играет. Я от вашей слоупочности просто охуеваю, вот серьезно. Слон восставших к нам едет. Шести часов опять идут, быстро на 12 регруппились. На 12 быстренько отбежали, отбежали от кипа, отбежали. Те, кто разрезывается, врывается в них. Приготовились. 3, 2, 1. Под кип побежали все. Сзади зашли. Да ёпта. Отработали. Стрим огненку сломали. Работаем. На 6 часов работаем. Флаг забрай, флаг заберите, он уже готовый. Минуту как. Да и быстро собрал, забрал флаг и ушел быстро к ним. Не дантист. Кролик или Зараф быстро взяли флаг. Либо и первый пачек. Сейчас я 4 секунды лежу. Да, быстро. Слон начинаем пришел. На восставших работать. Отбиваем сначала 12 часов восставших.
Так, работаем на 12. Куда флаг ставить? Сказал. Куда-нибудь, но только не близко. На восставших. Только не близко, да. Я слушаю, заберу так. Так, наш слон уехал в их слона. Что это такое? Или какие-то бессмертные челики. Так, я через продолжаем спасение работать, пошел. Продолжаем работать. На 12 часов убили. Подкип мне стоит только, когда резаетесь. Так, купола по... Старший. Там второй слон. Купола по усмотрению сами сейчас давайте. Между собой вы разговариваете, давайте по усмотрению сейчас. Все, у восставших нет слона. Так, надо отработать вот сюда, на 7 часов. На 7 слона часов, восставших а? Убили. На 7 часов. Я даю купол, давайте! Я сверху тоже тупа. Сюда. Займите ёбаную хвачу, блять! Мы уже на восставших. Хорошо. На 7 часов зайдите, на 7 часов зайдите вот сюда. Почему дантист и я только зашли? Давайте, давайте, вперед, 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 вперед. Да убили, 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 убили. Сзади, 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 смотрите, ну вот сзади же еще есть. Ну что вы, не видите что ли? Продолжаем работать, убиваем, 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 убиваем. Так, должны быть уже флаги где-то стоять. Мне надо разведку, чтобы быстренько. Зеро, пробегись и мне пиши. Восставшие не забрали флаг пока. А, хорошо, восставшие не забрали. Ищи апрайзинга флаг, потому что восставшие не забрали. С 6 часов там кто-то лазит. Так, пока на 6 часов отбиваемся. Пока на лошадях я смотрю, приезжают восставшие. И как они, походу, заходят на нас. Хотя вон тут шушу с ними дерется на слоне с восставшими. Так, ставлю флаг. Продолжаем, продолжаем. На 6, на 6, на 6, на 6. Дал ульту на 6. Сука, все, блядь, геровые нахуй. Все, блядь, охуенные нахуй. И ни один не сел флачом. Дантист, пересядь к нам. Дорогой, твою пожалуйста. Дивизию, сядь ты в ебучую хвачу и стреляй ты с этой ебучей. Я не с вами, я на защите. Дорогон, они дань. А он вышел с канала. Понял, понял, понял. Он слышал. Так, на 12 часов отработали. Я слышал. На 12 часов разрез отдаем. Просто меня убивает. Разрез на 12 часов. Убить восставших. Прям сразу, с врыва. Ну, 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 на 12 выйдет раз... Нет, на 12 что не выйдет. Я один летаю, понял? Понял, понял. Я вас услышал. А, да, по одному улетаю. Ладно, сколько разрез, пишите быстрее. Все, слон упал. Не вставайте. Ждите моей команды. Ждите моей команды. Все, чё, два человека только этот? Купол есть? Огненков, слона. Купол три, есть? Два, а у нас, а, один, есть даем еще. Разрез. Не, достаем, быстренько достали оружие, точнее. И на 9 часов. На 9 часов вот сюда работаем, с перемещением на 7 часов. Блять, скашаю. Работаем, работаем, работаем. User left your channel. Под кипом очень много. Работаем. Ой, восставшие забрали флаг. Хорошо, я понял. Zero, может найдешь мне уже флаг прайзингов, а? Блять, лыжники, сука, без лыж, нахуй. Быстрее сюда, быстрее. Так, купола, купола, купола. И пошли вот сюда. Пошли, 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 пошли. В этих, в апрайзингов пошли. Пошли в апрайзингов, работаем. Блять. Сломали. Так, там зашли эти, я не вижу. Сломал ее шаль. Зашли, нет. Зашли, нет. Зашли, работаем. Можно информации больше? Работаем в восставших. Можно со мной говорить почаще?
Там кого спрашивает-то? Ну мы его не слышим, блядь. Этих апрайзингов. Они на лошадях, лошади. Пока то, что ближайшее, работаем в то, что ближайшее. Сейчас апрайзинги. Как только восставшие подойдут, сразу восставших. Зараф, вернись, Дэв. Как умрешь, вернись, Дэв. Ясно, понятно, у меня флаг никогда не найдется, потому что лыжники без лыж. Заходит в восставший, работаем. И праздники зашли. А вдвоем зашли? Ну, в первую очередь, ага, одни отошли, другие зашли. Качели, блядь. Ясно, восставших дальше. Два тага хуесосов. Да, конечно, коня с города, как всегда, конечно. 10 раз я услышал, а потом оказывается, что флаг, блядь, перед глазами. Ну, кстати... В 20 метрах, нахуй, от нашего типа. У апрайзингов очень много коней на дороге. Так, готовность. Разрез даем. Даем разрез. Встречаем восставших. Даем разрез. Встречаем восставших. Сразу. Работаем. После кого, как умерли, написали быстренько в чат, сколько секунд у вас смерти. Разрез. После смерти сразу пишем. Так. Готовность. 3, 2, 1. Разрез и восставших сразу. 3, 2, 1. Разрез и восставших. Сразу в раз восставших. Бежим за ними до конца. Вверх туда. Прям в спину долбим. Спину долбим. Долбим спину. Продолжаем. Идем дальше. До конца. До восставших. Остальная пачка. У кого еще разрезы есть? Встают. Те, кто сейчас встают и встречают апрайзингов. Остальные, кто туда уже убежал в сторону восставших, пусть идут. А праздников встречаем. Какая, блядь, обильная осада. Ну мы еще не проиграли. Осадом чемпион. Ясно. Так, у кого разрезы, пишем мне. Пишем разрезы быстрее. Разрезы. Ноль у кого есть, сейчас встают. Ноль у кого есть, остальные лежат. У кого ноль только встают, остальные лежат. Под кипом не оставаться. И когда я буду говорить вставать, не оставаться под кипом, а идти туда, куда я скажу. Даем разрез сейчас, идем на 6 часов, на 7 часов, на 6, на 7 часов. Работаем в апрайзингов. Хорошо. Одни идут с города, а другие, соответственно, там, с заповедного леса Бриконом. Разрез и на 7 часов работаем. Давайте убить их. Шмыры. Блять, убили. Ладно, продолжаем. Да, я же сказал, разрезаем все работы. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что это просто два состава одной и той же гильдии. Восставшие зашли, разрезаемся под кипом, восставшие. Работаем под кипом. Латеран, чё там? Тренд. Чуть-чуть огненько просадили. Но они тут встают пока. То есть ничего не сломали, только огненько просадили. А ребята, только огненькие остались. Только две огненькие и ржалка слонов. Да, только вы говорите огненькие. И флаг. Еще. Я не понимаю, блядь. Да, как просто тут сражаюсь. Поддержка где? Заходит восставший, работаем. Купола по кулдауну сразу сдаем. Я чуть часть встретил, но они меня встретили.
О, на труп. Восставшие потихонечку купол. Заходят, работают. Вместе с дебафом. Под кипом встаем, разрезаемся, даем под кипом дамаг. Встаем под кипом дамаги. Бог залечил, четверых собрал. На восставших не идем, работаем по праздникам. Сейчас на 7 часов сконцентрируйте внимание на праздников, на 7 часов. От нашего кипа на 7 часов, ребята, на нашего кипа на 7 часов. На вот эту шаю, которая подбегает к кипу, вообще болт забейте, даже не думайте ее бить. Бейте тех, кто что сзади нее, тех, кто не стоят рядом с ней. Их очень много там. Так, на восставших готовьте, сейчас будем бить их. Так, разрезались и на восставших переключились. Ладно, работаем. Так, под кипом работаем. Под кипом работаем. Работаем под кипом. Под кипом работаем. Чисто сейчас под кипом. Никуда не вылазим. Чисто под кипом. Там, где шая будет стоять барабанить, в ту сторону не работайте. Не надо за ними уходить на 12. Я же сказал, под кипом работаем. Блять, вы зачем уходите на 12? Чтобы умереть там? Да, видимо, для этого вы и уходите на 12. Под кипом, ребята, их дохера под кипом. Вы чего, блять, делаете? Оставшие даже не пытаются подойти сюда. Разрезы, разрезы, даем, 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 разрезы, даем. Максимально. Не одним, так другим под настрелом. Ладно, даем разрезы до конца. Эх, хотели с этими долбоебами подраться. Сразу ко мне. А, не, оба долбоеба. Даем, даем, даем разрез, даем до конца, до конца. Под кипом деремся, деремся под кипом. Так, ну, восставших здесь меньше стало, но праздников меньше, по-моему, не стало. Да. 1% кипа. 60 на 30. Так, под кип заходит, но, видимо, суицидится. Ладно, встречайте то, что есть. Ясно. Собираемся. Спасибо наемникам, собираемся. User joined your channel. User left your channel.